питание для роста ваших мышц. Вот несколько советов, которые помогут тебе правильно построить свое питание. Первое. Составь распорядок питания в течение дня. Он может выглядеть следующим образом. В 7:30 завтрак, в 10:00 второй завтрак, в 12:30 обед, в 15:30 небольшой перекус, возможно перед тренировкой, в 18:30 ужин, в 21:30 легкий второй ужин. Номер 2. Продумай примерное меню на всю неделю и закупи нужные продукты. На рынке или в супермаркете, неважно. Главное, чтобы придя вечером домой, ты не застал пустой холодильник и не сорвал всю затею. Номер 3. Приобретай раз в месяц спортивное питание, гейнер, протеин и другие специализированные продукты, если, конечно, ты их употребляешь углеводным или протеиновым напитком вполне можно заменить один из приемов пищи. Номер 4. Приспособься к своему рабочему или учебному графику, чтобы прием пищи не вызывал сложностей. Регулярность питания – один из важнейших аспектов в массонаборном цикле. Бери дневной рацион на работу и храни в холодильнике. Не обращай внимания на косые взгляды коллег. В конце концов, именно твоими мышцами они будут восхищаться. Номер 5. Углеводы должны составлять 55% рациона, белки 25%, жиры 20% всего рациона. Номер 6. Старайся есть меньше, но чаще. Не перегружай желудок. Пища лучше усваивается, если ее принимать небольшими порциями. Очень важный момент, какие именно продукты ты будешь есть. Питание должно состоять из следующих продуктов. Из углеводов отдать предпочтение овсянке, гречке, рису, макаронным изделиям, картофелю, ржаному хлебу, галетному печенью. Лучшим белком для себя обеспечит птица, особенно белое мясо, рыба, нежирные, телятина, печень, яйца, творог, сыр, молоко, кефир и йогурт. О жирах особо не беспокойся, их достаточно содержится в яйцах, сыре, орехах, семечках, подсолнуха, растительном масле. Не забудь об овощах и фруктах. Лучше всего подбирать их по сезону. Если на дворе зима, налегай на соленья и сухофрукты, курага, изюм, инжир. Всегда доступны бананы, грейпфрукты, яблоки, апельсины. Несмотря на то, что твое питание витаминизировано, принимай дополнительные мультивитамины, особенно зимой. У спортсменов всегда повышенная потребность в витаминах. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!